Да нормально, чё, лучше позиция, моя хата с краю, ничего не знаю. Здесь какая позиция? Если пришли, должна быть моя хата с краю позиции. Все. Как наблюдатель? Здесь еще не то может быть. Здесь еще могут дубинками, да. Я нет. Я просто так пришел. Да. Еще заломят, да? А за нами еще. Отлично. Мне на самом деле, что есть, например, Путин, что его нет, все равно, да. Не задерживайте Чурамов, проходите вперед, в сторону сцены, занимайте там места, пока не... Люстрации! Друзья, нас сегодня много, проходите, пожалуйста, вперед, не задерживайте Чурамов. Да это же никак не остановить. Пусть что ж, врут они, да. Надо в любом случае. А как бороться? Бороться любым методом. Где вы стоите? Thank you.
Давай, давай, поможем, полезно, ключом, на карьере у меня есть.
Судный гимнастик. Потом эту школу поменяли и номер. И сейчас Собянин лишает ее
ее языкового статуса. В 90-е годы, когда не было денег, были маленькие зарплаты учителям, была лучшая школа, которая сейчас, как нам говорят, как и Россия, встала с колен и уничтожают. У меня рядом с домом были два магазина, где я покупал молоко, хлеб, кефирчи. Потом в ночь длинных ковшей по команде Собянина приехали бульдозеры и снесли эти магазины. И вот это вот правительство Москвы, вот это вот Собянин, Бирюков, Лексутов, Куснулин, они как вольеры. Они просто пожирают наш город, после них остается эта бездушная плитка, под которую нам их на самом деле по-хорошему надо положить. Собянина под плитку! Собянина под плитку! Собянина под плитку! Собянина под плитку! Мы решили пойти мирным способом. Мы решили не класть его под плитку, мы решили выиграть у него выборы в Мосгордуму. Мы пошли на выборы. Мы сделали то, что казалось невозможным. Мы собрали 5000 подписей, потому что минимум 5000 человек в моем округе, а я уверен, на самом деле гораздо больше, они хотят положить Собянина под плитку, и Бирюкова положить под плитку тоже хотят, да? И мы собрали эти подписи и принесли их в избирательную комиссию. И тогда это жулье и варье стало нарушать свои собственные законы. Они приняли законы, мы по этим законам собрали подписи. Мы должны участвовать в выборах, но они нарушают. У меня когда была проверка подписей, она проходила... У нас есть такой документ, называется «Методические рекомендации Центральной избирательной комиссии по проверке подписей». Они были приняты в 2012 году еще при Чурове. И вот то, что происходит сейчас в комиссии, это тотальное нарушение чуровских рекомендаций. То есть они даже чуровские рекомендации уже не могут выполнять. Это просто абсолютное жулье, абсолютное варье, абсолютные преступники. Позоры! Каждый день мы выходили на Трубную, мы пришли сюда. Тогда эти жулики стали и нас запугивать, стали приносить какие-то предостережения. Мне принесли два предостережения, я порвал их к чертовой матери. Я их не боюсь. Моим родителям, моим пожилым родителям в 7:40 утра пришли сотрудники полиции тоже приносить какие-то предостережения. Знаете, что сделала моя мама? Она пришла сегодня на этот митинг, потому что она не боится. Я не боюсь. Мы их не боимся. Мы будем выходить и дальше бороться за свои права, чего бы нам это ни стоило. Если они задержат меня, задержат любого из кандидатов, вы придете, встанете на мое место, потому что это митинг не за Янкаускаса, не за Яшина, не за Галявину, не за других кандидатов. Это митинг за самоуважение, за достоинство. Мы трудились, мы собирали эти подписи, и результаты нашей работы украли. Точно так же, как у нас крадут бизнесы, силовики отнимают фирмы. Точно так же, как у нас украли 5 лет пенсионного возраста повысили. Это митинг против воровства, против гнилого государства, которое пытается опутать нас своими щупальцами. И не важно, кто будет стоять на этой сцене. Важно, что мы с вами солидарны. Мы будем вместе. Мы обязательно победим. Один за всех! И все за одного! Один за всех! И все за одного! Один за всех! И все за одного! Мы вместе, мы победим! Спасибо, друзья! Ведь мы ничего не нарушаем. Мы хотим, чтобы закон работал для всех одинаково. Я хочу спросить, кто-нибудь из вас ставил подписи кандидатов от партии «Коммунисты России»? Может быть, кто-то из вас ставил подписи кандидатов от партии «Зеленые»? Может быть, кто-то поддерживал самовыдвиженцев? Самовыдвиженцев от власти, я имею в виду. Так какого фига они зарегистрированы, а мы нет? Позор!
сегодняшнего дня компания в Московскую городскую думу не про лавочки и не про борьбу с жилищником. С сегодняшнего дня выборы в Московскую городскую думу про политику, про сменяемость власти и про честность. И мы победим! Это наш город! Это наш город! Это наш город! И у них цели грабить оккупированный народ и удерживать власть любой ценой. А если вам не нравится, то вас бьют и бросают в тюрьму. Я вчера публиковал видео. Может быть, и видели вы, и наверняка видели, что происходит в Подмосковье, в Ликино-Дулево. Видели, как там ломают руки людям? Так вам назад посадили маленькую девочку, 7 лет. А эта девочка вместе с мамой своей пришла защищать родину, пусть малую родину. Она пришла защищать ее от мусора и от мусорной мафии. И мусор ответил ей со всей жестокостью. Потому что хочу сказать главное, что все эти разжиревшие чайки, все эти захватившие власть параноики, силовики, они уже не лезут ни в какие куртки и ни в какие рамки. И так будет, пока мы их не остановим. И я не хочу долго ждать, я не хочу ждать, пока мы все с вами будем похожи на фотографии с приложения FaceApp. Потому что они воруют не только наши деньги, не только выборы, они крадут наше время, наше будущее. И 20 лет мы уже живем в оккупированной стране. И 20 лет... Мы почему-то позволяем терпеть все эти унижения, хотя нас десятки миллионов по всей стране, которые хотят перемен и которые хотят решать в собственном городе. В заключение я обращаюсь к тем, кого здесь нет. Встаньте из диванов и идите. Идите на выборы, идите на площади, идите на улицу, потому что они уже идут за вами, чтобы построить вам свалку под окнами, чтобы отжать вашу квартиру, чтобы подбросить вам наркотики или просто убить. Потому что они могут. Ваш диван – это ваш гроб. Встаньте и идите, докажите, что вы граждане, которым не нужны никакие рамки. Спасибо. А мы должны прогнать фашистов. Не должно остаться уже давным-давно никаких иллюзий. Мы сражаемся со злом. Они довели страну до какой-то карикатурной ситуации, когда они воплощают собой смерть, а вы сражаетесь за жизнь. Это какие-то упыри, ходячие мертвецы и белые ходоки. Если не победим мертвецов, то никакой жизни у нас здесь не будет. Посмотрите на них, они реально воплощают с собой зло. Пока мы всем миром собираем смс-ками детям на лечение, они ездят по самым люксовым гостиницам мира за бюджетные деньги. Пока они получают зарплату официальную в госкорпорации за 2,5 миллиона рублей в день, мы до сих пор пытаемся снабдить всех инвалидов в 2019 году жильем или ветеранов жильем, которые до сих пор живут помочь в этих условиях. Это справедливо? Нет! А ведь мы здесь за простой вещью. Мы здесь за справедливостью.
Все комиссии, которые принимали решения на заведомо подложных документах, должны быть распущены. Все чиновники, которые принимали решения, которые были незаконными и которые нарушали наши права, должны пойти под суд. Под суд! Под суд! Под суд! Пока вы здесь боретесь за свои права, пока вы доказываете, что хотите жить по чести, они нам будут показывать по телевизору этого жалкого выжившего из ума деда, который несет какую-то чушь про червей, которые вылезают из земли. Если откуда-то черви вылезают, то только из его головы уже. Обезьяна с гранатой. Для нас, для людей, которых я вижу перед собой, для открытых и честных и прекрасных людей. Великая страна – это страна, где прекрасная, лучшая в мире медицина, где лучшая наука, где лучшие рабочие места, где лучший уровень жизни. Так? И поверьте мне, каждый раз, когда вы будете пытаться менять что-то к лучшему, каждый раз эта банда жуликов и воров будет вас обманывать. Они не будут давать вам этого делать. Так же, как сейчас. Мы просто выходим за правду, а они закатывают нас в асфальт и месят дубинками. Это справедливо? Нет! И такое будет продолжаться, пока мы не дадим им отпор. Распространяйте сарафанное радио каждый день хотя бы одному человеку, который вне политики, рассказывайте, что на самом деле происходит. И даже если они говорят, что они и так знают, даже если они говорят, что все равно ничего не получится, убеждайте их, говорите, что пока мы сидим на диване, у нас реально ничего не получится. Нужно вставать с диванов. Обязательно. Обязательно запускайте сарафанное радио. И еще. Очень важная вещь. Вставай! 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 Друзья, только каждый, только своя ответственность, только когда мы каждый проявим ее, тогда мы сможем воплотить в жизнь то самое. Один за всех! И все за одного! Один за всех! И все за одного! Один за всех! И все за одного! Я люблю вас, спасибо большое! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Я что мэрия согласовала два митинга. Ядро! Свою точку зрения, может быть, вы ее разделите. Сегодня единая Россия, это уже, знаете, это даже не фейк, это не клоунада, это политический ВИЧ, это СПИД, это сифилис. По 45 округам Москвы ни один кандидат, ни один член единой России не идет как единорос. Все они стыдливо прячут партийные билеты в задние карманы и прикрываются за женскими спинами. За людьми благородных профессий, врачи, учителя, педагоги, актеры, футболисты, кто угодно, хоккеисты. И мы прекрасно понимаем, что они жулики, они те самые люди, которые поддерживают все антисоциальные реформы. Они те самые люди, которые сегодня рейдерским путем закладывают завхоз имени Ленина. Они те самые люди, которые не пускают оппозицию до выборов. Они те самые люди, которые строят юго-восточную хорду, северо-восточную хорду, северо-западную хорду. Которые сносят гаражи, уничтожают зеленые насаждения. Которые решили посмотреть чисто Бурова, просто вскрыть ядерный могильник возле завода ТВЭЛ. Мы этого не допустим! Согласны? Ура! Друзья, объединяемся! Победа будет за нами! Мы четко понимаем, что время всех этих жуликов и бандитов, которые говорят, денег нет, вы там держитесь, а сами ежегодно, только официально, вывозят в офшоры 4,5-5 триллионов рублей. В бензине без дела лежат 12,5 триллионов рублей. Валютные резервы 500 миллиардов долларов. На эти деньги можно построить новую Россию.
современными школами, детскими садами, поликлиниками, не с этими нищенскими позорными пенсиями в 11 тысяч рублей, а с нормальными пенсиями, с нормальными зарплатами врачей и учителей. Для этого мы должны с вами победить! Ура! Иногда кандидат для того, чтобы отстоять свое право на участие в выборах, необходимо идти на ну, гораздо больше, чем просто сидел, я приглашаю на эту сцену своего коллегу по фонду борьбы с коррупцией, кандидата, депутаты Московской городской думы, Любовь Соболь. Мои права вообще не принимаются. Меня власть не видит. Я для них официально никто. А потом мэрские выборы, и на них не пустили Яшина и Гудкова. Я уже так думаю, блин, Дима, Илья, не надо лезть ко мне на мой пьедестал. Я хочу быть таким эксклюзивным. А две недели назад они говорят, что Навальный, еще 28 человек являются никем, недочеловеки, их, блин, не признают графологи. Я совсем распереживался, но сейчас уже нам официально сказали, что 5000 человек за каждого из почти 30 кандидатов. 150 тысяч человек! Они люди второго сорта. Они никто, они не существуют. Фу на них! И мне становится уже тесновато. Но я нахожу в этом большой плюс. Наконец-то мы вместе
Наконец-то мы с вами совсем одной крови. Мы для них люди несуществующие. И сейчас мы должны сделать все, чтобы доказать обратное. Согласны? Да! Я вижу здесь лозунг. Нет налогов без представительства. Это важная мысль, согласны? Да! Когда мы платим налоги, мы существуем. Когда мы должны платить тариф за ЖКХ, мы существуем. Когда нужно украсть наши пенсионные накопления, о да! Мы существуем, идите сюда, платите. Давайте, вносите в бюджет, из которого они будут покупать себе большие черные мерседесы. Но когда голосовать? Нет. Мы все никто. И раньше они игрались с какими-то единицами. Но сейчас они стали играться с сотнями тысяч людей. Мы покажем им, что это опасная игра. Мы покажем, что мы решительны. Две вещи, которые я хочу сказать. Для чего они не пустили кандидатов? Для того, чтобы протащить свою единую Россию. Чтобы все 45 мест были за Единой Россией. И у меня, конечно, дежавю. Я в 2011 году кричал, как называется эта партия, которая хочет захватить все. Напомните мне, как называется эта партия? Партия жуликов и... Партия жуликов и... Партия жуликов и... Я не хочу ее видеть. Я не хочу, чтобы в городе, где самый низкий рейтинг у этих жуликов и воров, они забрали себе все места. Они же просто перефразируют известную поговорку. Депутат может быть любым, при условии, что это депутат Единой России. Мы должны сломать эту схему. Они выставляют единороссов и каких-то своих подставных чуваков. Сами выборы, даже нечестные выборы, мы должны превратить в инструмент унижения Единой России. Сделаем так, что даже чертов калькулятор станет депутатом, но не единоросс. Сделаем! Умное голосование. Каждый из нас должен привести людей, чтобы они понимали, не получится так. Не буду пускать нормальных кандидатов. Будем избирать кого угодно, но не единороссов. Поддерживайте? И сейчас, конечно же, у всех у вас мысль, а что дальше?